Доброго всем времени суток, с вами Тексер, яхт-механик симулятор. Ну, собственно, на чем я закончил предыдущее. Очень забавное письмо. Это написал, не знаю, Skynet, видимо. Ну, понятно, что в этом как бы прикол. Рекомендация оценена и одобрена. Инициирование протокола приветствия. Привет, дружище. По моему поручению вы должны отремонтировать этот морской корабль. Мои мотивы чисто человеческие. Я люблю пить чизбургеры и курить на них пиво. Никто не собирает секретный флот. Помогите другому человеку, он анонимно переведет деньги на ваш счет. Не пытайтесь слить передачу, так она будет сделана вторым дедушкой моего брата тети, и ему нужно 23 часа сна, как это делают все старые люди. Все попытки отслеживать вызовут у него серьезные органические расстройства. Конечная последовательность. Чисто ради этого я это сделаю. Но, кстати, зачем я полез? Так. Нужно 120 тысяч на следующий этап. И я так думаю, что в силу нудности процесса, может, мне стоит денег-то нарисовать. Потому что, ну, блин. Так, помойте корпус. Давайте, помоем корпус. Не, с другой стороны, процесс такой простенький. Можно и пилить. Даже не знаю как. Просто тут дальше будут совсем конские суммы, там, миллионы. А лодки-то как-то лучше не становятся, я смотрю. Ну, какая-то моторка вот галимая. Хочется свалку с яхтами. Но вроде те зрители, которые забрались далеко достаточно в этой игре, они говорят, что свалка с яхтами пока не вырисовывается. Там, по-моему, последний, который писал, как раз на этом, на миллионе или чем-то типа того остановился. Сейчас прям наберешь. Вот. И... Пока, говорит, свалки с яхтами нету. Свалка не обнаружена. Хотелось бы. То есть, в общем-то... С одной стороны, это не такое днище, когда, в общем, тут уже симулятор газонокосилки. Давай же, зачтись меня. Зачтись. Не хочет. Зачлось. Прекрасно. Так, счет. Ну, а на кисть, по-моему, да? Да. Погнали. Раз. Палуба. Давай, палуба 3. Готова, палуба. Установить детали, заменить детали. Окей. Это заменить. Ну ладно. Используй инструмент. Да ключ. За один заход можно. А, вот так вот. Вы парой идете. Да, поди считайте одну деталью, да? Странно, ну ладно. Да не буду ничего менять, дайте я выйду. Вот эту батву надо снять. Угу. А тут за один раз, по-моему, да? А, ну там тоже за один раз. Так. Да не, не надо. Нет. Назад. Снять. Так они щелкнут тоже, да? Ладно. Мусор вниз пока. Все-таки вот... Какой инопланетянин ваяет эти интерфейсы, а? Которыми пользоваться невозможно. Вот неудобно же. Что говорили тестировщики, когда это делали все? Оно реально неудобно. Все настолько нелогично, что я даже между играми забываю, как вообще им пользоваться. Вот я его снял. Меня можно с тех Мью вытащить? Я его уже снял.
Дайте угадаю, у меня вот эти. Блин, каждый раз надо назад нажать. Каждый раз назад надо нажать. Вот каждый. Так, вот это еще надо. Так. Отлично. И еще какие-то надо. Так, что-то в моторном отсеке, да? Угу. Как туда попасть? Угу, понял. Вот это вот. Так, снять. Че, инструмент? Не требуется. Отлично. Назад. О, теперь могу снять. Так. Снять. Назад. Вот тут снять назад, снять назад. Вот дергай, нет, пипец. Снять. Назад. Так, мотор тебе снять. Снять мотор начинается со снять фильтр. Я уже знаю это. Ага, и снять про кучу проводов. Давай. Назад. Снял мотор. Назад. Ну что, все, назад. Так. Ну что, наверное, тогда поузну и пойду чинить. В избежание нудности процесса. Так. Ну вот. С починкой закончили, заодно закончили с деньгами. В смысле, с починкой закончили в том, что я просто сейчас эти штуки куплю. Так. Магазин. А что тут было? Черно-коричневый. Нормально. А ее даже прикручивать не надо, да? Ну как? Инструмент не требуется. Так. Что меня всегда тут поражало, что тут любое можно ставить. Не, я понимаю руль, пофигу. Но выключатели там и так далее. Подвисание. Игра вообще не оптимизирована, не то что никак. Ну, она у меня загружалась при запуске 10 минут. Не скажу, что у меня комп прям совсем древний. Смотрите, вот смотрите на эти подвисания, я вообще офигею. Так, жилет. А интересно, а если я сюда повешу спасательный круг, это будет зашибись или нет? Задумчивость. А, ключик надо выбирать. Что ж ты мне гайку сразу показываешь? Ну, немножко местами игра раздражает, конечно. А может, не немножко и не местами. А может, совсем сильно. Даже не знаю. Ладно, поможем Скайнету захватить мир. Просто я решил ускорить процесс. Сильно ускорить. Поэтому нарисовал он все 150 тысяч. 120 надо на следующий уровень. И мы посмотрим, что там за корабли. Адресатка это, чтобы закончить ремонт. Потому что, ну, чинить, я, честно сказать, задолбался. Вот эта игра запоминайку, она какое-то время забавная. То есть, хорошо так. Так, я, по-моему, все продал, что было. Да, блин, иди ты нафиг. А, сначала надо это, я понял. Так, а фильтр я вроде не продавал. Установить? Черт лысого. Продавал. Ну, тогда все просто. Тогда через магазин. Вот. Сначала в эту угадайку играть прикольно. Потом вроде, блин, ну что попроще. А потом задал будет просто уже. Но она слишком напряжная для мини-игры, в которую ты играешь постоянно. Играешь постоянно. Которая убеждает, что в кар-механике сделали все идеально. Так, что осталось? Что, из деталянок?
А, вот так. Отдельно крепление, отдельно спиннинг. Серьезно? А, все сразу спиннинги. Ок. Свинты были? Я помню. Погодите. Что такое? Здравствуйте, баги. Похоже, да. Магазин, винт. Только что вроде не надо было. Не понял, ну ладно. Повторим. Магазин. А я же наверху не нажимал купить. И все было хорошо. Че изменилось-то? А вот тут не надо нажимать купить. Пипец. И при этом мне еще говорят, что ты придираешься к ним. Разработчики делают прекрасные игры, ты к ним придираешься. Такие вот у них прекрасные игры, разработчиков. Так, погнали дальше. 8 тысяч. Не, в принципе, вот 120 тысяч набить тут реально, да. Погнали, четвертый этап. Доступны самые большие лодки. Мои коллеги из моей предыдущей компании позвонили мне и сказали, что компания может обанкротиться. Хотя мне нравится видеть, как мой бывший босс корчится, эти ребята научили меня основам, в которых я нуждался. Я не могу просто заставить их сохнуть. Я знаю, я зарабатываю реальные деньги на самых крупных контрактах, доступных на рынке прямо сейчас. Я просто куплю достаточно денег, чтобы покупать компанию. Затем я использую потрясающую механику и прощаюсь с никчемным нынешним владельцем. Хорошо, давай сделаем это. Ни хрена не понял, но здорово. Сколько следующий? Мульон. Ну, давай посмотрим, какие лодки на этом уровне. Надо подождать, пока сменится. Кстати, давайте сохраню игру, вдруг она сглючит. Чтобы я хоть на грош верил разработчику. Ну, то, что я апаю гараж, он как бы не апает. Сами видите, как было барахло, так и осталось. Информация о заказе. О каком? Я же его сдал. Еще один баг. Так, ну что, почта. Ох, мне кажется, 18 тысяч это интересно. Парень врезался в меня на своей машине, теперь я владею его лодкой в рамках судебного разбирательства. Похоже, что у меня было ничего, кроме этого, и похоже, это не в лучшей форме, сколько могу судить глазами непрофессионала. Пока не знаю, что делать с яхтой, но мой адвокат слышал о вас, претендовал эту работу. Да хрен его знает. Давай еще подождем. Что-то пришло. Блин, пока самая дорогая. 18 тысяч. Ладно, беру. Сейчас будет долго грузиться. Я надеюсь, она уже грузится. А, да, жестким диском светит. О! Оптимизация. Так. Ну, пошли. А, такой не было. Такой яхты не было. Ок. Ну, что-то новенькое. Так, что надо сделать? А корпус мыть не надо, кстати. Такая вот фигня. Тоже что-то новое. Ладно. С таким я готов связываться. Это интересно. Плохо, что непонятно сразу, какую яхту тебе подсовывают. Посмотрим, что внутри. Конечно, туалет нагажено. Кому-то было очень плохо. Норм? Норм. Такой себе. Не, вот у этой яхты планировка не очень. А, там наверху еще что-то, да? Угу, точно.
Верхняя рубка. Да, только вымыть палубу непонятно. А, вот еще. Ну, знаете, 3 из 8. Да, блин. Двигло другое. Что пойдет, что такое? Это что за дрянь? Ну, прям забавно. Вот тут забавно. Ну что, все что ли? Я не могу больше ничего найти. О, ладно. Где? А, ну да. А как я сразу не заметил? А хрен меня знает. Как не заметил? Ну это ржавчина, кстати, на самом деле, это не моется. Ну ладно. Восстановить тик. Пойдем. Мне казалось, что я выбросил. Восстановим тик. Тик, кстати, нормально. Они хоть нарисовали бы, что он хреновый, царапанный там. Он же нормально. Ну, темненький, да? Ну, нам все хорошо. Вроде. Ладно, сейчас восстановим. Тихо, тут игра не глюч, да, не надо меня разворачивать следом за болгаркой. Тут очень много мест, в которые я не могу забраться. Могу забраться, но очень плохо. Потому что я могу с каким-то пролететь. Ну ладно, не до конца пролететь, ну так. Поиметь некоторые проблемы с выполнением задания, с набором процентов. Они, конечно, с запасом, но... Под всякие табуретки тут хрен заберешься. Ну, паркет. Легко паркет. House Flip. Такая игра, знаете, на грани. Вроде ничего, а вроде какие-то есть задалбывающие моменты. Ты вот сидишь так и мучаешься, бросить ее. А нет, не бросить, дать еще поиграю. Нет, бросить все-таки. Нет, нет, поиграю. Ну так. Вроде яхты, прикольно. Геймплей очень повторяющийся. Не очень, да? Но какие-то вроде новые горизонты есть. Но свалки яхт нету. Делать яхты на продажу, ну, никак. Кстати, знаете, я думаю, что этого и нельзя делать, потому что тут нет функции даже яхты на продажу. Ну, возможно, апгрейд за миллион к этому приведет. О, уже все, да. Малек. Я их макаром тут, что ли, подсклевал тоже. Ладно. Сейчас. Лаком намажем, чтобы все приклеились. Что самое главное, когда лачишь пол? Не замазать себе выход. Бывает, что. Так вроде красит, красит, оп, а выходить уже по лаку. Особенно, когда несколько человек делает. Ча, с Б-текстуры? А, нет, оказалось. С Б-швабры. В прошлой серии просто было. Подциклевал, но полосы остались. Но они как бы, ну, все засчитано нормально. Намазал лаком, но полосы все равно остались. Текстура со сбоем. Ух ты. Широкой кистью. Ну чего, ну блин, ну. Где не намазано, ёкарь не бабай. Все. Ну что, начнем с установления деталей. Руку. Вашу руку, сэр. Так.
Вот опять, кнопку купить не надо нажимать. Все нормально ставится. Красный вроде. Тут просто нет, как бы, вот, удовольствия от того, что делаешь красивую яхту. В дизайн упороться совершенно не хочется. Потому что, ну, ты делаешь чью-то яхту. Чего-нибудь такого-то хорошего-то. Чья-то. Ты ее ремонтируешь. Так, еще 4 детали где-то установить надо. Каких-то. Зачем-то. А, ну вот эти хрени. Еще 3 винты. Нет. А, это их вывесить, убрать. Понял. Слушай, ну я не знаю, что еще установить. Так, ладно. Ну, заменить-то понятно. А, в моторе. Это огнетушитель горизонтально лежащий. О чем? Вертикально он поставился, что ли? Или как? Отлично. Осталось заменить. Ну, заменить. Пошли сначала снимать. Инструмент не требуется. Снять. Поставить. Я прям сразу буду менять. Ну, видите, они в одну цену. То есть можно было, как бы, не знаю, поиграть в украшательство корабля, да? Ну, елки, зачем? Как бы вот когда у тебя ремонт чужого корабля по фрискуранту, оно, получается, тебе как бы и не нужно. А. Ага, снять-снять-то надо. Я думал, раз сразу заменить. Не, нифига. Так, снять. Черт, с два, используй инструменты. Что-то тут прям знатно прикручено. Магазин. Ну, по-моему, такой же был. Или там было раздельно. А, пофигу. Раздельно, раздельно. Функционально оно одинаковое. Разработчики между ними разницы никакой не делают. Причем мне-то. Так. Заменить. Все-таки что-то в моторе, да? А, винт. Винт. Использовать. Да ключ. Отвертка. Вот это странно, что отвертка. Ну и выковырить, видимо, отвертка оттуда надо. Так. Винт левый. Вот так вот. А заковыривать тоже отвертка, да? Угу. Готовчик. Интересно, а если я не буду мусор выкидывать, то что будет? Вот эта процедура, она что-то вообще делает? Погодите, а может деньги как делать? Не, ни хрена. Ни хрена. Удиви меня, игра, загрузись быстро. Нет. Так, кто еще на письма посмотрим? Вот двадцатка. 37. О, это, наверное, что-то офигенное. Посмотрим. Я сразу приму прям. О, сейчас будет опять грузиться нибудь, да? И?
Понял. Понял. На паузу. Вернулись. Она еще снимается только в режиме захвата экрана. Такой тоже не было. Ну что, слушай, новые яхты, это прикольно. Просто миллион, сами понимаете, там задолбаешь набирать тридцаточки-то. Поэтому где-то я что-то опять нарисую, а пока нормально. Эту яхту сейчас еще сделаем в этой серии. То есть это не та игра, в которой я готов медитативно зависать целыми днями. Не та. Не такой процесс. Поэтому так. По серии на этап. Достаточно я тут уже накрутил починок. Уже слишком монотонно. Уже приелось. Поэтому немножко галопом пройдем по ней. Так. Вон я вижу кляксы, которые надо будет потом индивидуально мыть. Слушайте, а звук там не то чтобы, ну, прям офигенно сделали. Но он не такой халтурный, как может показаться. По таким по изгибам деталей он шоркает так по-разному. Работает та же фигня, что и с покраской. Сдвига лучше. Целый борт можно фигачить издалека-то. Ну ладно, ограничения-то есть, конечно. Значит, отошел издалека, пшикнул на всю яхту, она все чисто стала. Отлично. Отмойте палубу. Пойдем отмоем палубу. Там 6, да. Хорошо. Отлично. Так, тут не отмойте палубы. Палуба, кстати, пластиковая. Тут вообще не палуба. О, срачек, срачек. Это я за стеной что-то открыл, да? Понятно. Вот это последнее. Так, хорошо. Пойдем установим детали. Как всегда, спасательных жилетов не хватает такой. Это снять. На ключ. Тоже мне бином Ньютона. Так, вот такой бином. Пойдет, что еще забыли? Ящик. Вот ящик он всегда забыт. Так, что тут? Погодите, этого нету? Этого нету. А вот тут купить надо ножи. Погодите, ли она есть? А, он есть. Вот с этим тут чё?
Я не понял. Вот серьезно не понял. Почему я вот эти не могу кнопку поставить? А, как-то установил. Не знаю, как-то установил. Ну нафиг. Лучше не знать. То есть я его сначала снял, потом установил. Так. Установить, заменить. Ладно. Ну, я более чем уверен, что там еще в трюме чего-то. Ух, какие дышки. А там ничего, там ничего. Пол не заблокировал. Ладно, пока назад. Это точно, чтобы он там ни был, это не пол. Так, ну надо смотреть, потому что я не вижу что-то еще. Так, там двигло. Установили. Пол? Че, серьезно? Так он же есть, вроде нет. Хрен знает. Да, деревянный. Так, с этим все. Теперь заменить детали. Кровать. Вот эту ручку. Эй, не багуй. Кровать. Странно. А я тут еще не был. Вот это? А это хуже. Заменено. Заменено же. Подушки. Замена подушек — это как раз то, зачем в сервис надо обращаться. Вы же понимаете. Не, ну так себе, да? То есть в окошке на воду посмотреть можно, на небо посмотреть можно, но как-то мне не очень уютным кажется. Как-то не очень. Не, скомпонован так более-менее грамотно. Картина, телевизор. Картина. То есть кухонька, да, вот там спальня. Еще спальня такая. Гостевая. Санузлы. Ну как-то, не знаю. Мне кажется, можно было как-то по-другому. Не очень. Так, есть еще две. Это все в моторе уже. Мотор вот эта дырка ведет. Ну давай посмотрим, что тут надо заменить. Один есть. Выпустите меня. И винт. Правый, мне кажется. Сейчас посмотрю. Правый. Что там, торсионный сначала, да. А, на разводной. Это отвертка. Слушай, наоборот было. У других винтов было наоборот. Странно, ну ладно. То есть вот это вынималось разводным. Ну, отвертка отверткой. А вот этот торсионный. Странная фигня, ну ладно.
Ну все. Гдым. Четыре тысячи. Ну да, тут побыстрее деньги идут. Что ж, господа, я думаю, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.